Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас бой, один из редких, где встречаются два бойца не из мода, которые умудрились пройти своих предыдущих модированных персонажей. Со мной все по-прежнему Федор Игрок, Игрок Федор, и я Михаил 5P74, мы продолжаем. Так. Ты, Федор, что-нибудь скажешь? Нет? Будешь молчать? Я помолчу. Так, что у нас у Хагиш? Тэдэн. Напомним всем. Так, ну, ага, лук, да, это я помню. Кольцо неудачи, это не очень. И что у тебя там, приглушение тьмы и хаоса? Ну, у меня этого всего нет. Так что смысла нет. Да, смысла от этого нет. Так, ну и Уанвен. Пам-пам-пам. Ливенистрел. Опять заколдован. А, ну и это хорошая вещь, да. Шанс нанести критический удар, используя навык мстителя, увеличен на 10%. О-о-о. Даже так. Что у меня по удаче? Удача 1, но ты у меня ее понизишь. Будет минус 1, походу. Зашибись способность у нее. Огонь ярости. Каждый раз существо в армии героя получает на 50% больше ярости, однако теряет ярость в полуторном размере. Ну и толку от него. Мне кажется, так можно ярости больше потерять, чем получить, блин. Ну да. Ну не знаю, я пока склоняюсь больше на Анван, потому что она неплохо разделалась в предыдущем раунде с Джованни. А Хагиш кое-как со Свеей тогда боевые воевала, помнишь? Ключевое слово кое-как. Ты что там, готов или что? Да. Погоди, это не... Да. Так, ну посмотрим, что тут у нас предложит нам. Расстановка. Ну, у меня стрелков раз-два и обчелся. Ну, у меня их сотня лучников. Ну, посмотрим, что они смогут. Да и друидов-то всего лишь 10, так что тут особо закрывать все вперед только. Ну, посмотрим, что тут получится. Так, ну вот так давайте. По центру торчит, блин. Погнали. Блин, я вот чем не люблю этих кентавров, блин, что они собаки-инвалиды настоящие. Стрелять скажи, нормально. Скажи, те еще идоры, да? Я говорю, они настоящие инвалиды, блин. То есть, это самое, стрелять нормально они не умеют, дохнут быстро и занимают 4 клетки. Но это просто пипец. Но зато у них прямая стрела. Если вот как в предыдущем бою за Крага, ну не в предыдущем, когда за Крага игра, просто ветка лежала, тогда нормально. Не, ну это понятно. Я имею в виду сейчас вообще конкретно про сам вид боя. То есть, если их там штук 50, они вроде так себе стреляют. Так, а по навыкам что там? 14-6, а у меня... Блин, то есть, ну что? 11. То есть даже обычные лучники у тех же людей, там у них как-то оправдано хотя бы тем, что они маленькие, их есть куда спрятать. Да! Фига себе! Шоком даже снес просто. Как я говорю, они дохнут, как эти самые, как не знаю кто, они очень быстро умирают. Как говно. Ну я вот. Же говорю, и что... эти сдохли сразу. Ну, ой, все, и что были. Ну они... да, они широкие, их не спрячешь особо, ну только если есть тактика. Тактика. Если есть тактика, вот именно, и то. Ой, все. Вот мимо. И все. И вот смысл. И... Скажи, смысл от этого лука, да? Никакого. О чем мы речь? Говно еще то. Что-то мне кажется, я даже без стрел могу выиграть. Не, вот эти, кстати, покрепче, ребята. Не, вот эти, они, понимаешь, они чем дальше больше пробегают, тем больше у них защиты. Ого, 110 сразу легли. Обалдеть, я надеялся еще пострелять немного. Сволочь. У тебя кувалда какой стрелять, всех бить, крушить, ломать. Чё-то как-то не очень. Ой, ладно, неудачно, наконец, у тебя сработал. Обалдеть. Сейчас у меня Анвен сходится, вообще забьет гвоздь, крышку, грубо. Они бы хоть показывали, какие выставлены здесь любимые существа. По кому я сильнее бью. Я даже не знаю, кого бить, вот серьезно, блин. Этих вроде надо твоих мечников побить. 8-10 урон. Этого дракошу 1,
и этот самый есть, как его, отпор, блин. Чувствую, долбану, все, у меня этих 22 и не останется. Ну да. Даже и не знаю. Ну ладно. Ну стой тогда. Пойдешь. Что-то орки во втором туре, чувствую, будут. Ну вообще, ну ни о чем просто. Один лучший орк Крак уже сдох. Ну еще есть Курок, посмотрю, как он. Ярость орды нам даст. А нихера она не дает. Сборный клич, зов крови. Ну, не знаете, есть в нем смысл. Ладно, сделаем пока так. Нифига ты долбанул. Я даже, наверное, стрелу заколдовывать не буду. Просто ливень из стрел сделаю, посмотрю, кто там самый любимый. А, не так много. Я-то думаю... То есть твои шаманки, вот эти 22 дака. Ну как ты вообще будешь переигрывать потом? Вот не знаю, вся... А, если я сейчас проиграю, ну... Не, если я... Тьфу, блин, если я проиграю. Не, если ты проиграешь, я вряд ли буду переигрывать. Ну потому что, говорю, я тут не знаю, вся надежда на этих циклопов, но я думаю, они долго не проживут. Я думаю, что они долго не проживут. Зашибись, ты их так поставил, что у меня, блин, мышка не поворачивается, чтобы до них дойти. Пес просто. А нафиг тебе до них идти? Так. Чтобы до них дойти. Чтобы дойти до них. Целую одну. Да, целую одну. А чё толку? Ладно, с криком This is Sparta. Всего-то 20. Они вроде обычно как соплеры. Совсем хило. Совсем хило. Они, по идее, эти чуваки выносить должны, а не просто сдохнут. Ну, я бы не сказал, что я у тебя сильно убил. Не, ну они довольно мощно убивают. А тут они вообще ничего не делают. Ну, я бы не сказал, что я у тебя прям сильно, но... Ну, у тебя преимущество в войсках, скажем так. Довольно-таки не слабое. Ну странно, почему стрелы так, ливень не стрел слабо. Он обычно, раз это любимый, он должен сильно даже без магии бить, а как-то. А куда это вы отправились? Ти был в этом какой-нибудь смысл? Еще 10 энтов, блин, тут выносить, да? Ну. О чем мы речь? Так что это... Ой-ой-ой-ой-ой, чё там? Заметь, у тебя пока там циклоп сходится, я уже его разберу, блин. Да знаю. Стрёмные у орков, у них вообще умение, блин, наносить урон своим, там... Вот это все дело. Не, ну урон-то маленький был, поэтому, в принципе. Не, ну маленький, а есть ты большой. Пипец. Классно подстал своих ребят, блин. Ну, правда, ударил не сильно все равно. Вот эти ребята. Ого, ничего себе, один одного. Ха, и я добил. Ага, вот эти ребята. Вот эти ребята. Да. Ну, вообще, говорю, просто, блин, ни о чем, ни о чем. Так, надо сейчас... Но все равно, оно послабее Тиеру тем, что у Тиеру еще есть баллиста. Если заколдовать... Стрелы, баллист еще начинает с молнии бить, да? Это вообще шикарно. А вот у Ану, к сожалению, нет. Так, заколдуем на ледяную глыбу. Да я говорю, еще при том, что ты особенно за героя ничего не колдовал. Точнее, вообще ничего не колдовал. Ну и посмотрим, как так. Ну, не сильно там что-то... Да, ну у нее же приглушение хаоса, по-моему, стоит. Или нет? А, ну да, возможно. Странно, почему это вот так? Ну, чёрки, они вообще почти не ходятся. Чёрт.
Что они есть, что их нет. Ну и просто, все. Просто разнос. Просто вот, ну ни о чем, ни о чем. Это, наверное, бой, ну я как и предсказывал, Ланвен больше побед. Этот бой соответствует первому этапу, а не второму, да? Да-да-да. Мне кажется, если бы в следующий раунд вышла Свея, лучше бы не стало особо. Единственное, у тебя вот крепкий, это вот этот 48. Почему-то смотри, ну, я всего. Да. Мне вот, кстати, они вообще вот как войска больше нравятся, чем эти самые. Ну да, чем они покрепче. Они намного крепче. Те они почти сразу умирают, а эти они держатся. И у тех. И те ударить дважды только шанс есть. Они. Как бы. Да, этот, да, вот именно что шанс. Они там типа колонны, то есть одного убьешь, то есть бред. Да, да, да. Писец, ну что, я ходить уже не буду. Еще целых пол армии, смотри, еще пол армии. Я чайку выпью. Давай, Федор, мы тебя подождем. А что, уже конец, Лев? Офигеть, ну просто какой-то, наверное, один из самых неинтересных боев. Да я вообще говорю, я даже не знаю, вот по расстановке, ну вот расставить тех же кентавров, например, блин, ну куда их тут поставишь? До них один хер добегут, скорее всего. Просто их в утиль. Сказать, а можно кентавров заменить там на одного циклопа, да, хотя бы? Ну, серьезно, я бы вот этих вот сотню кентавров, я бы их на двух циклопов обменял бы. От них был бы больше толк, ну ей-богу. На следующем, они... в следующем туре Анвен ждет большая жопа от Аларика. Посмотри, как она будет над Алариком издеваться. Или Аларик над ней. Ладно, такой короткий бой, ребята. Увидимся в следующем раунде. Всем пока.